Владивосток, 26 июля 2022 года. На центральной площади города Владивостока продолжается подготовка к международным спортивным играм «Дети Азии». Участники игр прибыли во Владивосток. Волейбольные площадки, несколько штук. Вот там первая, здесь вторая с трибунами, там дальше третья площадка. А вот это строение, там будут проходить игры в баскетбол.
Адмиральский сквер. Подводную лодку С-56 готовят к дню ВМФ. Что-то мужички там ходят, смотрят.
красный вымпел красят морячки. Там построение на корабле военном. Это здание штаб Тихоокеанского флота.
Все, нога. А можно где-то я?